Так, пока разобрал колонку газовую DUI, хочу провести обзор, чтобы показать, как все работает. Значит, передняя крышка, ну, просто откручиваете винты по периметру и снимаете. И тут два разъема, покажу, как они работают. Значит, они два разных, тут один и второй разъем. Один меньше другого, на 2, на 3, не перепутаете. Значит, она, ну, собственно, не показательная, потому что тут один разъем, это вот отсюда идет, это температура воды, и второй разъем вот с блока розжига идет. Зажигается просто здесь вот одновременно три картинки. Вроде бы как идет горячая вода, на самом деле и горит, на самом деле она не меняет свои, почему-то все время горит, не меняет функцию. Я так понял, так и должно быть. Значит, что еще, как разбирается? Вот, чтобы вытащить этот блок, нужно или все вместе вынимать, или вот отдельно можно вот эту горелочку открутить. Сейчас я поставлю, как она физически стоит, чтобы вам было понятно, как его разбирать. Значит, здесь вот горелочка прикручена к автоматике. И горелку можно снять, вот эту горелочку можно снять, открутив вот здесь два винта и вот эти винтики, один и с другой стороны. Для того, чтобы открутить, есть вот эти два отверстия в корпусе, вот эти один и второй, и вот эти два винтика откручиваются, и горелка снимается. Потом вот можно открутить автоматику, но она сама не выходит, нужно сначала открутить клапан газовый вот отсюда на двух винтах. Там винтики, это газовый клапан, винтики и под крестовую, под плоскую, но откручивается только если плотно, плоской откручивается. И еще, когда вы открутили полностью, немножко вот так вот приподнимаете, и можно открутить, располовинить. Вот здесь два винта откручиваете, и по двум частям она вынимается. Ну и я сейчас покажу нюансы. Сейчас ее попытаюсь оттуда вытащить и покажу, как она работает. Значит, суть работы в том, сейчас, секунду. Значит, получается, что вот это подходит сюда вода холодная, и потом она проходит через автоматику и выходит вот сюда. Когда вода идет, она давит на мембрану вот эту, и мембрана открывает вот этот язычок и замыкает контакт, дающий команду на открытие газового клапана вот этого, который здесь стоит, и запускается газ. И тогда уже загорается, тогда идет газ на горелку. Есть еще вот этот винтик, честно говоря, вот этот правый, не могу точно сказать, какая его функция, а вот этот левый, это регулировка давления открытия клапана. Вот здесь вот написано, что от 0,25 до 0,75, получается, от 2 метров
от 0,2 можно регулировать от 0,2 бар. И вот если этот винтик закручивать, то тогда он действительно откручивается. Чем сильнее закручиваешь, тем меньшее давление нужно даже обыкновенным, наверное, маломощным насосиком будет открываться газовый кран. Ну, вот, собственно, когда поступает вода, то шток еще и этот клапан открывает. Итак, я собрал на место для того, чтобы показать, ну вот так она как бы работает. Датчик показывает температуру вот здесь выходящей воды. Ну и вот такая вот анимация бесполезная. Значит, интересное свойство. Сначала не мог понять. Вот здесь вот есть 220 и разветвитель отдельно на блок питания, который выдает там 17 вольт и 4 вольта для платы управления. Тут микросхема идет 3,5, ну 4 вольта, там что 3,7, и 17 идет на поджиг. Не определился я еще, сколько идет на клапан открывающий. Значит, и вот второе разветвление идет на вот эту систему проводов возле трубок. Оказывается, это подогрев. Электрический подогрев трубок, когда срабатывает вот этот датчик. Датчик на плюс 5 вольт. Как только температура становится ниже плюс 5 вольт, он замыкает, и 220 идет. И вот с помощью вот этих сопротивлений греется трубка, чтобы не перемерзла. Но это только в случае, если она включена в 220, потому что на самом деле здесь я ремонтировал, он все равно перемерз, видимо, ну, не важно. И я запаивал здесь трубки, заваривал медным медью. Поэтому, ну, вот такая особенность. Сначала долго думал, что это могло, может означать. Оказывается, это подогрев. Отдельный электрический подогрев на плюс 5 вольт. Ну, а все остальное стандартно. Здесь есть прессостат, который определяет, что вентилятор включился, замыкается здесь контакт, когда вентилятор включается. Ну и розжиг. Чтобы открутить эту автоматику, нужно же вот эту трубку открутить. Здесь вот сбоку есть отверстие. Под наклейкой есть отверстие. Сюда можно отверточкой, видите, у меня уже пробиты отверточкой. И вот здесь на резиночке держится трубка, поэтому ее можно открутить, и тогда все вместе, когда откручиваем, автоматика вынимается. Ну, это, в общем-то, такой небольшой обзор колонки. Покажу сейчас, как она работает. Включаю воду. Там видно, что горит газ. Температура должна сейчас подниматься. Немножко меньше напор сделаем. И сразу поднимется, я думаю. Так, на коленках можно проверить работу. Он, правда, немного меня выбивал из колеи. Он сначала включается насос, вентилятор. Потом
как-то выключается. Но если потом загорается, то если загорается, то он снова включается. Ну вот как-то так работает.